Так, ну вот здесь, наверное, будут проходить основные события. Я вижу номера столов. 1, 2, 3, 4, да. Ну, не очень будет, конечно. Но ничего. Так, я специально все так подробно снимаю, чтобы вы имели представление об этом одном из старейших, наверное, московских шахматных клубов. Тут все не так просто. Ага, а это даже вот работает, наверное. Да, хорошо. Это мы заснимем. Такая вот есть. Антон Симфомир. Ради Бога. Или больше? Прохладно, прохладно. Закрыли, самое главное, чтобы дверь не открывали. Все закрыли, все нормально. А, ну тогда все.